Здавалося б, що простіше – виростити картоплю. Між тим, в нашій степовій зоні, в умовах клімату, що змінюється, це виявляється проблематичним. Досвід захопленого садівника Сергія Денисенкова досить успішний завдяки застосуванню методів органічного землеробства. В нашей зоне картошку лучше посадить как можно раньше, как только позволяет почва. Ну, приблизительно в пору зеленения берез. Это может быть конец марта, самый конец марта, самое начало апреля. Але починає господар готуватися до посадки другого хліба з моменту збору врожаю. У центрі уваги – ґрунт. Земля віддала все, що мала овочам, треба їй відновитися. Сергій Денисенков давно переконався в ефективності сидиратів, тож у серпні сіє зазвичай жито чи гірчицю. Где-то в начале октября скашивается эта зеленая масса, плоскорезом подрезается на глубине 3-4 сантиметра и таким образом оставляется на зиму. У середині лютого настає черга власне картоплі. Господар дістає бульби з погріба і розміщує на лоджині під додаткове освітлення. Вона знаходилась півтора, навіть більше місяця на проращуванні. А 6 дней назад я засыпал эти клубни влажным торфом. И вот буквально за 6 дней они дали такие длинные 4-5-6 сантиметров корешки. И это фактически рассада картофельно готова к посадке. Таким чином пророщена картопля не боїться холодного ґрунту і сміливо рушає в ріст при температурі 3-4 градуси. Саджає городину Сергій Денисенков на піднесених грядках, які швидше прогріваються, і можна отримати ранній врожай. Та й доглядати за такими грядками дуже приємно. Зараз ми готуємо посадочну борозду для, як би я сказав, розсади картофеля. Борозду можна робити не глибокою, сантиметрів 8-10. А за счет окучивания картошка окажется на нужной глубине. Использую плоскорез Фокина. Удобный очень инструмент. Но для этого земля должна быть окультурена, рассыпчатая. Вот земля немножко еще сыровата. Но для картошки это не страшно, для ранней. Но чем раньше садишь, тем больше влаги в почве. И картошка не попадает под засуху. И главное, она не попадает под жару, потому что при температуре выше 30 перестают вообще вязаться клубни у нее. Поэтому, если человек посадил картошку в конце апреля, урожай хороший он вряд ли получит. Плюс жуки съедят, они как раз проснутся. У меня жуков вообще нет. Так как картофель на этом участке растет уже больше 10 лет, то без подкормок, конечно, и минеральных удобрений трудно обойтись. Но я их использую немного, где-то чайная ложечка нитроамофоски на кустик. Теперь, чтобы корни картофеля, а мы будем сажать уже с корнями картофель, не обожглись, а удобрение минеральное, его нужно прикрыть слоем несколько сантиметров. С помощью плоскореза это сделать достаточно просто и удобно. Не надо наклоняться, легким движением. Естественно, все понимают, что садить нужно росточками вверх, а не вниз, если хотят дождаться ранней картошки или вообще ее дождаться в этом году. Сажу густо, так как технология интенсивна, поливается картошка на капельном поливе, то где-то 25 сантиметров. Картошку одновременно закапываю и окучиваю. И это первый и последний раз окучивание. В нашей климатической зоне высокое окучивание не нужно, потому что почва, верхний слой пересыхает в жару. И хуже будет расти картошка. Если завяжется дополнительно, то будет очень мелкая. Этот картофель к концу мая будет цвести, можно начинать подкапывать и первый ранний картофель собирать. Так как картошка у нас ранняя,
хорошо подготовленная к посадке, она при хорошей погоде появится из-под земли уже через неделю, через две. И возможны возвратные заморозки. Поэтому без укрытия, которое спасет ее от вымерзания, не обойтись. Я использую в качестве дуг капроновые трубы и агроволокно плотностью 60 микрон, которое выдерживает минус 5, минус 6 градусов.